Итак, друзья, всем вам доброго времени суток. Прогноз на 12 октября. Луна у нас до сих пор в Овнах. Немножко изменил прогноз. Я обычно пытаюсь сделать побольше там расклад, но смотрю, никто не дослушивает. Поэтому делаю, что благоприятно, что неблагоприятно в этот день. Смотрим в целом, день благоприятен или нет. Итак, смотрите, день в целом благоприятен, неплохой день, возможно, финансовые сделки, причем сделки положительные. Извиняюсь. Так. Так, что хорошо в этот день? Ну, смотрите, в этот день благоприятно заняться именно делами, которые не требуют от вас очень много сил, времени, затрат, потому что лишняя трата денег сейчас вам абсолютно не нужна. Хотя, с другой стороны, все деловые встречи, они у вас выходят в плюс. То есть, любое дело, за которое вы бы взялись именно сегодня, в этот день, оно у вас уйдет в плюс. Вы будете в нем выигрыше. Однако не забывайте позаботиться о собственных интересах, потому что если вы именно не будете заботиться о собственных интересах, тогда считайте, день у вас ушел полностью на смарку. Так. Опа, пустота и покрылась. Но опять-таки лишние траты на сегодня лучше отложить. То есть то, что вы можете не купить себе, то есть это не горит, но не нужно покупать. Не покупайте, потому что эти деньги, они могут пригодиться на что-то другое. Проявляйте по необходимости смекалку и хитрость. И даже, могу сказать, действуйте сегодня больше исходя из интересов расчета. Одним словом, действуйте расчетливо. Но сегодня кто-то захочет сунуть свой носик, вам в чем-то посоветовать, что-то посоветовать. Никого не слушайте, потому что любой совет, он будет вредить сегодня вам. Так, теперь посмотрим, что в этот день я не советую делать. И вообще, еще о чем предупреждают. Карта на сегодня, 12 октября 2019 года. Кстати, я вчера на своем канале, основном Самирали, выпустил на полнолуние два ритуала замечательных. Советую посмотреть. Ссылочки на эти ритуалы будут в прикрепленном комментарии. Ну, это я говорю своим постоянным подписчикам, которые вот Самирали подписались сюда. Так, о чем еще предупреждаете? Ну, смотрите, ссориться с любимыми людьми сегодня запрещается, потому что любой конфликт с любимым человеком может вас рассорить с ним на очень долгий период. Также, смотрите, риск сегодня приветствуется, но риск приветствуется только лишь в деловых, как говорится, сферах. Ближе к вечеру последите за своим здоровьем, потому что могут дать о себе знать хронические заболевания. И большинство из вас услышит какую-то новость от человека, с кем вы давно не общались. Как-то, может быть, судьба сделает так, чтобы вы пересеклись. Так, теперь сфера любви для одиноких людей. Как сегодняшний день для вас? Ну, здесь проигрывается немного двояко. Смотрите, сегодняшний день большинство из вас, ну, давайте строго будем делить 50 на 50, имеют шанс именно во второй половине дня встретить свою вторую половинку.
А другая часть, большинство из вас, в первой половине сегодняшнего дня, 12 числа, может встретить именно друга жизни, но никаких любовных отношений с этим человеком не будет. И есть небольшое предупреждение людям, находящимся в отношениях, не играйте с личной жизнью. Потому что вот как в предыдущем раскладе, так и сейчас вышло, что любая игра с личной жизнью или интрига какая-то на стороне, либо небольшое любовное, допустим, заигрывание с кем-то другим может очень сильно аукнуться на вас. Ну все, дорогие подписчики, расклады на следующие дни, 13, 14, 15 и 16, чуть позже выпущу на своем этом канале. Гости канала и постоянные подписчики, подписывайтесь как на этот канал, также заходите на Самир Али и посмотрите мои ритуалы вчерашние на день полнолуния, так как полнолуние у нас уже на днях. Всех вам благ, удачи и успехов.